красота какая. Внутри, говорят, тоже красиво. Для детей все. А, наверху еще будет. Ага. Вот Димочку сюда. Театр. Я бы и сама сходила. Чамбулак – это самая короткая река Европы, его длина всего 2 километра, и раньше он был судоходный, то есть по нему шли большие торговые судна, суда тяжело груженные, как раз вот к озеру Кабан, где у нас проходили большие ярмарки. И были разводные мосты перекинуты.